Друзья, всем привет! Сейчас вот иду в магазин. Там надо продуктов купить мне. Вот, хочу... Что там? Апельсинчиков, короче, хочу купить. Там мыло надо купить. Блин, едет поливочная машина, блин, поливает, блин. Вот, короче, хочу купить продуктов. Вот. Что вам рассказать, новости какие-то? Ну, вчера ездил на съемки. Как передача называется, вам не могу сказать, потому что, ну, она еще не вышла в эфир. А до того, как еще не выходит в эфир, нельзя называть название передачи, в которую там снимался. Вот, ну так, съемки нормально прошли. Ну, где-то час я выехал из дома, вот, в час дня. И приехал уже со съемок, 8 часов вечера я уже был дома. Вот. Ну так, съемки нормально прошли, так. Без всяких эксцессов. Вот. Приехал, когда ехал назад, по дороге купил шаурму. Вот. И, короче, купил шаурму, хотел сделать на нее обзор. Блин, ну я голодный был вообще, блин. И это, шаурма горячая была. Я думаю, пока я дойду до, ну, до дома дойду, она остынет, блин. И не стал делать обзор, съел ее по дороге, короче. Вот. Ну так, нормально, шаурма вкусная. Я говорю, у нас возле метро шаурму продают по 70 рублей. Вообще дешево, блин. И такая большая шаурма, классная, вкусная. И в одном, я говорю, киоске продают по 70 рублей. А рядом стоит киоск, по 80 рублей продают шаурму. Вот, вообще дешево. Блин. Потому что у меня вот в городе, в моем, ну, откуда я родом, там у нас шаурма продается по 130 рублей. 130 рублей одна шаурма, а здесь 70 рублей шаурма стоит. Вообще копейки. И именно вот одну я съел шаурму, я именно наелся нормально. А был голодный вообще, блин. Целый день практически ничего не ел. Ну вот, и поел этой шаурмы. И наелся нормально. Вкусненько так. Хорошо. Так, сейчас пойду в магазин. Сейчас мне мыло надо купить. Закончилось мыло. Блин, апельсинчиков хочу купить, поесть. Что-то давно не ел апельсинов. Вот. Что еще? Ну, там картошку надо, короче, купить. Вот. О, блин, аудюка классная. Так, короче, по мелочи. Вот на улице холодно, блин. Пасмурно и холодно, блин. Хотя сегодня уже 21 апреля, блин. Но холодно на улице. Скорее бы уже так вообще потеплело. Но мне кажется, через недельку будет уже вообще тепло, блин. Все-таки уже 21 апреля, блин. Еще немного, блин. О, классный марш стоит. И будет вообще это... Я в куртке иду, и все равно как-то так еще прохладненько. Блин, тут люди идут по улице. Ну и когда люди рядом проходят, как-то неудобно разговаривать. Скажу, дебил какой-то разговаривает сам с собой. Поэтому, когда люди приближаются, проходят мимо, со мной я молчу. Это как-то неудобно разговаривать. Так что, вот такие вот дела.
Ну вот я уже подхожу к магазину. Сейчас буду делать покупки. Ну ладно, друзья. Всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Пока, увидимся.